Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Теория заговора. В предыдущей серии Ксандер и его друзья отправляются в лес, где находят птиц, отравленных тяжелыми металлами. Там они снова встречают странного доктора, которого преследует последовательница Абаддона. Чтобы сбежать, Манни использует ловушку с туманом, а Ксандер предлагает доктору объединить усилия, чтобы выбраться из тумана. Даже данные заполучить не смогла. Похоже, наша Манни не так уж и хороша. Точно, точно. Даже с такой ерундой не справилась. Что ты сказал? Нет, нет, ничего. Ксандер, Ринго, я с ними разберусь. Хорошо. В тебе достаточно темной энергии, так что можешь идти. Я принес файлы энергетической компании. А? Ты разве не на их стороне? Не верьте ему. А? Кто знает, какую подлость он задумал. Ничего я не задумал. Я там работал, потому что меня убедила Абаддон. Что? Он связан с новой энергией? Верно. За всеми планами новой энергии стоит Абаддон. Мы узнали, что он хотел использовать исследования доктора Холмса, чтобы уничтожить Землю. Что еще за коварные планы? Ну, я могу объяснить. Речь идет о судьбе всей планеты. Давайте вернемся к Джансону и обсудим, что делать с ним. Только не вздумай хитрить! Эй, не так быстро! О, фантастика! Как дела на шахте? Все хорошо. Джансон, как тут птички? После лечения они чувствуют себя гораздо лучше. О, вы ведь доктор Холмс, верно? О, вы меня знаете? Садитесь, пожалуйста. Я знаю, что вы ведущий ученый в компании «Новая энергия». Больше я там не работаю. Да, я работал в энергетической компании, но выяснилось, что Абаддон меня провел. 2 дня назад я узнал о его ужасных планах. Мне, конечно, нравится заниматься наукой, но я не хочу, чтобы мои исследования как-то послужили силам зла. Итак, что вы хотите сделать? Хочу использовать свои знания, чтобы помешать Абаддону. Возьмите меня в команду, я могу быть полезен. А? В последние дни поесть было некогда. О, это ужасно! Может, пойдем поедим? Да. Продолжим разговор за обедом. Mm-hmm.
Знаете, когда-то я был обыкновенным физиком и работал над сжатием энергии. Я приблизился к серьезному прорыву, но однажды все оборудование и данные украли. Вскоре после этого ко мне пришла Мани, вице-президент компании «Новая энергия», и предложила мне работать на них. О. Наша цель — оптимизировать потребление энергии и добычу ресурсов. Присоединяйся к нам и помоги спасти природу от загрязнения. Давай вместе изменим мир к лучшему. Можно проводить исследования и искать новый вид энергии. После этого я посвятил все время энергетическим исследованиям. Так. Если снова провалишь дело, можешь считать, что уволен. Понял. О, емкость этого энергетического диска втрое больше предыдущего. Это удача! А? Опять провал? А? Никакой пользы! Не волнуйся, все получится! Да, победа! Надежно спрячь энергетическое ядро. Я доложу о результатах. Ой, Мани, ты не тот забрала! Мани, твой планшет! Мани! А, послушай, может, они меня хвалят? Доклад лорду Абадону. Доктор Холмс успешно создал два энергетических ядра. Неплохо. Пусть продолжает. Нам нужен этот источник энергии для нападений на другие планеты. Что? Вот для чего им нужно энергетическое ядро! Этот наивный ученый уверен, что помогает нам спасти Землю. Гораздо смешнее будет, когда он узнает, что мы уничтожили Землю, использовав его наработки. Ты так не думаешь? Лорд Абадон, вы так умны. Это ужасно! Да, мы просто обязаны как-то им помешать. Узнав о планах Абадона, я решил сбежать той же ночью. Айрон Эйб отправился со мной. Мы забрали почти все изобретения. Я хотел взять с собой все энергетические ядра, но одно из них было у Абадона, так что я унес оставшиеся. Доктор Холмс, что тут происходит? Почему сработала сигнализация? А? Что? Холмс, ну попадись мне, ты пожалеешь! Новая энергия на самом деле преследует злые цели. Меня использовали. Мне так жаль. Не думал, что за компанией «Новая энергия» на самом деле стоит Абадон. И это только начало. В итоге он хочет использовать энергию Земли, чтобы завоевать всю Вселенную. А? Нет! Мы не можем этого допустить! Нельзя, чтобы трагедия Санлайт-Сити повторилась. Да. Нужно победить Абадона, чтобы спасти Землю и всю Вселенную. Я буду сражаться вместе с тобой. Я покажу ему, на что способен. Я тоже помогу при помощи своих изобретений. Этот сорванец снова создает проблемы. Почему сумка убегает? Я ее схвачу. Я с тобой. И я. Подождите! Вот непоседа!
Ну вот, убежала! Да хватит тебе убегать! Она на столе! А? Что это было? Ой, какая тяжелая! Санблейстак! О нет, осторожно! Поймали! Зачем ты принес сюда скричера энергетической компании? Не-не-не-не-не, ты не понимаешь, это скричер-кар, я его переделал. Во время исследований я случайно выяснил, что энергетическое ядро усиливает боевые приемы скричеров. Но сила его очень мощная, ее трудно контролировать. И я сделал скричер-кар, чтобы передавать дополнительную энергию скричерам. Он соединяется со скричером и наполняет его энергией, полезной в бою. Это невероятно! Ха-ха! Каждый значительный приток энергии способен пробудить новые навыки скричера. А как соединиться со скричеркаром? Во время объединения нужно соединиться со скричеркаром вот тут, чтобы скричер мог получать энергию и стал сильнее. Если они будут хорошо работать в паре, то скричер сможет даже обрести новые приемы. Доктор, можно его подержать? А, я ему не нравлюсь. Не торопись, пусть он к тебе привыкнет. А? О, вот ты какой. Доктор Холмс, можно мне попробовать объединиться со скричеркаром? Конечно, но лучше пойти туда, где места побольше. Здесь есть тренировочный зал, я вас провожу. Разойдитесь все подальше, чтобы у скричеркара было больше места. Не спешите. Давайте сперва разомнемся. Готовы? Готовы! Ха! Хм, я ничего не боюсь! Скричер-трансформация! Пузырок-трансформация! Hellfire Tiger! Hellfire Tiger! Давай, готовься! Сейчас я кину тебе скричерка! Давайте, я готов! Скричер-кар, вперед! О! Hellfire Tiger! Hellfire Tiger, ты как? Тебе нужно вернуться в режим скричера, чтобы объединиться со скричер-каром. Доктор Холмс, а нельзя было раньше предупредить? Да, да, и правда, что-то я забыл. Ксандр, я тоже хочу попробовать. Правда? Скричер-трансформация! Объединение! Трансформация! Air Strike Eagle! А? А?
Я одним выстрелом поразил все цели. Меня переполняет энергия. Какой крутой прием! Как назовешь, брат? Дай подумать. Я назову его «Разящее крыло». Неплохо. Сандер, дай я снова попробую. Конечно. Hellfire Tiger, приготовься. Убейте Гарри! Hellfire Tiger! Так, наша очередь. Ринго, выпускай скричер кар! Как назвать новый суперкрутой прием? Ринго! Ты уснул там! Кидай скричер кар! Ой, сейчас! Лови! Санблейстак! Объединение! А? Что? Что случилось? Она цела? Ринго! Ты чего в облаках витаешь? Ой! Прости меня, я пытался придумать название новому приему. Ринго, нельзя отвлекаться. Да, я знаю. Неважно, настоящий это бой или тренировка. Ринго, всегда нужно думать, что ты делаешь. Ринго не виноват. Я неправильно выбрала скорость и угол во время объединения. Все мы время от времени совершаем ошибки. Не грусти. Можно мне одолжить скричер кар? Я хочу еще потренироваться. Само собой! Можно сказать, он сделан специально для вас! Правда? Это устройство для гонщиков, которые заботятся о мире! Скричер кар еще нужно доработать, зато когда он станет совершеннее, то превратится в надежного помощника! Я постараюсь сделать так, чтобы Скричер Кар и Санблейстак подружились. Видите? Сколько пользы от меня и моих изобретений! Где же моя сумка? Ты нигде ее не забыл? О, ты прав, проверю в зале для тренировок. А? Кто-то забыл выключить свет? Санблейстак, готова? Да. Мы с тобой будем тренироваться, и со временем все получится. Вот она. Яши, сперва тебе нужно научиться регулировать ритм обеих машин. Если хочешь, мы тебе поможем. А?
Доктор Холмс, ты чего тут? Да я просто сумку забыл. Доктор Холмс, помоги мне, пожалуйста. С радостью. Начнем тренировку. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.